У меня? Ну да. Куда-то взял куда-то пульт и сразу его потерял. Который стеряшен. Вот он. Прошел. Прошел. Так, как его включить? Тогда его вперед, например. Или назад. Серьезно? Угу. Чем докажешь? Инфа 100%. Я не знаю, мне нравится статья про Георгия Гурьянова, журнальчик. Стой. Если я ничего не путаю, то это, по-моему, был художник и барабанщик группы Кино. Смотри, какие картинки рисовал. Ну, красиво, я такие люблю. Ну, много есть таких, ну, не знаю, это как бы, в принципе, такая не супер особенная манера рисования, писания. Причем он на один год написан, только в художественном училище учился. Ну, а ты думаешь, что людям стоит в художественном училище 100 лет, чтобы научиться красиво рисовать? С 5 по 76. Блин, я не знаю, я же не разбираюсь. Инфа не 100%. Кто-то умеет рисовать, кто-то не умеет. Кто-то может 10 лет проучиться в художественном училище, так ничему не научиться. Кто-то может не учиться никогда и рисовать как... Но это не умаляет того факта, что оригинал был намного, намного лучше. Удаление Кокорина, на мой взгляд, совершенно справедливо обнаружил пытавших он был. Какую? Хочу. Три голевые передачи на его счету, и это если еще не говорить. А будет сосисочку еще смотреть, хочешь? Сам отличил. После перерыва, по сути, многое стало ясно. Так, Да? Что мне делать? Я думаю.
была возможность следить за тренерами обеих играющих команд и впечатление от этого самое что ни на есть опыт от последних матчей. Например, мне напиши на бумажке, то я забуду. Зачастую выходит в бровке. Но сегодняшняя игра была настолько эмоциональной, что Манину приходилось достаточно часто давать указания своим подопечным, а порой подпишись на них, вот вы видите это на своих экранах, судя по тому, как развивалась игра. Сергей Силкин, у него была возможность и подсмеяться, и пошутить вместе со своим ассистентом Дмитрием Хохловым, который находится прекрасной футболистой с Андреем Ворониным, однозначно лучшим игроком сегодняшнего матча, который, напомню, сделал «Динамо», «Динамо» играет передачи. А вот мы видим радость «Динамовского» клуба и такое огорченное, неоднозначное лицо Владимира Маминова. Действительно, сегодняшнее поражение стало для него уже третьим столичных дерби, трех столичных дерби из проведенных. Ну, в общем, конечно, Владимир дерби. Александрович, когда позавидуешь. На одной стороне находится Гагарина, говорится, Гагарина одна команда, а на другой другая команда. Когда они вместе играют, происходят драки. Где? Ну, это не Лавой Ярослав Телесеть и разогнали своего лицевого счета и сумму совершил платеж. Мне кажется, может, я из-за того, что контакт через банкоматы УАО «Промсвязьбанк». Оплата производится только при указании номера лицевого счета. При этом комиссия при приеме платежей не взимается. Через банкоматы филиала УАО «Открытый игра». Оплата производится только... Кажется, они специально стали делать не сладкий сахар, а обычный, чтобы покупать сладкий сахар такой. Знаешь, продают газнина, вроде по 200 рублей килограмм. Концентрированные типа сладкие. Были не разлуки. Не без этого. Уроженец Краснодара. Не без этого, ведущик, не без этого. Это помогает российским спортсменам быть лучшими и на международном. Вот и Жан-Жак Руссо. Мне очень нравится. Так, это как васаби, наверное, я Тараканов много, зачем? Типа вкусно и питательно? Ну конечно, там один белок. И в жуках один белок. И червя. Все это время, детка, ты живешь коктейль, коктейль. Ага. Это вкус страсти, сладкий и сочный. Морбит в крутине, влюбилась я точно. Я вот сладкий бомбин. Да, это бомбин. Это точек, где ты съешь. Говорят, может она, не знаю, может она с ними спала. Нет, она не такая. Отпусти. Она хорошая, порядочная женщина. Целомудренная. Почему целомудренная там? Она целеустремленная. Привет, девчонки! Попытаюсь вас немножечко Пять телочек сидят, да? Ты заставишь меня как бы? Кто-то был гороскопом. Это так важно? А потом после ну, сидят. Ну, это интересно. Так сложно ответить. Близнецы? Отлично. А ты? Рак. Рак? Ну, мы рядышком. Рядышком. Насколько сильно вы верите в гороскопы? Если честно, не особо. Замечательно, потому что мы с вами не совсем подходим, но тем не менее. Вопрос второй. Вы профессионально поете и где? Я профессионально пою. А где это будет уже в талмике информация? Вы мне сегодня покажете?
Что я вам скажу? Где вы поете? Сегодня? Душа. Может быть. Именно сегодня. Паша, Дмитрий, я думаю, нам с вами сегодня все-таки стоит посмотреть, где вы поете. Я думаю, мы приятно проведем оставшийся вечер. Я точно тебя выбираю. Я считаю, что среди девушек нет конкуренток. Поэтому очень хочу провести сегодня с тобой вечер. Алена и Катя, а мог бы я попросить вас, чтобы вы пристали? Я хочу посмотреть на ваши фигуры. Паша, это можно. Там прикольно. Две девушки хотят на свидание. Теперь парень выбирает одну из них. Кого же выбрать? Кого же выбрать? Такая сложная дилемма. Несмотря на то, что фигура Кати мне нравится больше, я выбираю Алену. Моя фигура мне никогда не нравится, я тебя выбрал. Тип какой-то, да. Как не договаривает, постоянно вот эту вот улыбку у него нервную на губах. Мне кажется, ему вообще доверять нельзя, он просто какой-то маньяк. Да, и парню 35 лет. То есть 35 лет и ничего из собой не представляет вообще. Если бы я закрыла глаза и услышала у меня тембр, в принципе, ему очень так это понравился. Он пел так неплохо. Но когда я открыла глаза и рассмотрела, то есть вот эти, конечно, штаны, это просто что-то нечто. Да, футболка, кардиган, туфли, это просто. Мне понравилось. Алена ушла, но я боюсь, что ей не повезло. Не, ну может быть, ты сейчас просто сейчас говоришь свое мнение, потому что ты победила другая девушка, и ты уже просто унижена сейчас получается. Да, естественно, на самом деле, если я буду выглядеть полной дурой, опять же, отпускаю этого молодого человека, поэтому я не могу сказать всего того, что я о нем думаю. Молодой человек клевый, но Алене с ней не повезло. Ну, не знаю, все равно. Но мне кажется, Абдонет бисексуальный, поэтому он все-таки делал правильно. Кстати, я еще могу поспорить. Опять же, я не отношу себя ни к блондинкам, ни к брюнеткам, поэтому... Да ты блондинка. Я была блондинкой 3 года, сейчас я не блондинка. Ну что же ты за цвета? Вы не видите цвет шоколад? Милированный, в конце концов. Уже поймите, я ушло. Аля, 19 лет, студентка, увлекается фотографией, пыталась заниматься сексом в самолете. Зажги меня. Пыталась. Какая глупенькая. Пристегните ремни, из первого. Здравствуйте, девушки. Меня зовут Кирилл, и я очень люблю путешествовать. Последний раз, когда я был в Испании, меня научились зажигать его там. Видите, минута, потому что, короче, там стоят, и его главное движение – бедра. Вот, видишь? Там пускается, и это самый главный инструмент, который там есть. И кто из вас, интересно, имеет этот инструмент такой хороший, сочный, чтобы привлек внимание всех мужчин на этом свете? Какой-то зануда пришел. Не поняли? И по натуре я романтик. Какой-то зануда пришел. У меня самое забавное – это маленькие животные. Хомячки, чулавы. Я могу повесить маленький ключик на этот, на это маленькое-маленькое животное. Чтобы подарить ключ от своего сердца. Я очень спортивный. Люблю играть в керлинг. Как раз мы сейчас сидим. И если мы прокатимся, то это будет как раз та поза. Я бы закатил свой камень в ваш дом, но почему-то занавес закрывается. Мне показался этот парень просто, знаете, молодой мальчик со слюнами бизнесмена. То есть вообще, во-вторых, он по росту... Он похож на пупсика. Да, то есть просто рост 1.50 м, то есть это сразу же не мой типаж, потому что как бы я высокая красотка. И я думаю, наши девчонки тоже, это не для них просто, потому что вообще мальчик фу. Блин, опять внешность. Ну, девчонки, интеллигентные глаза. Нет, ну не надо, все равно первое, на что нужно обращать внимание, это внешность все-таки. Ну да, первые пару секунд, ладно, он достаточно долго тут вот распинался. Ну, не знаю, мне ничего убедительного он не сказал. Он слишком миловидный, у него лицо похоже реально на лицо пупсика. Мне нравится более брутальный парень. Ну, у них сиськи больше, чем мозги. Смотри, пупсик отшил. Привет, девчонки. Меня зовут Никита, мне 22 года. Учусь, работаю, как все люди. Занимаюсь спортом, люблю мотоциклы, машины. Можно покататься.
заняться спортом. Я слышала, увлекаешься, соответственно, мотоциклами. На чем гоняешь? Сузуки Бандит литр 200. Замечательно, покатаешь? Вообще не вопрос. Отлично, когда? Погода вроде без льда, можно и прямо сейчас. Почему ты стоишь в очках? Потому что ли сильное солнце, то есть или ты глаза свои скрываешь, зачем это? Нет, мне просто нравится в очках ходить. Ну, это какой-то нелепый пафос. Интересно посмотреть. Каким видом спорта ты занимаешься? Боксом? Ну, вот у тебя не очень развито, да, бокс. У меня, по-моему, даже больше на программу. Я хочу, чтобы ты меня сегодня прочитал, поэтому выбираю тебя. Вообще нет, пока не встретились. Они вообще не надо было все-таки побороться, попытаться за него, потому что я сейчас до конца, она как-то очень быстро выбрала, да, и как-то и он как посыл к ней. Я думаю, блин, вот сейчас вот я сейчас нажму, и вот он выберет ее. Ну что, хороший, твое счастье пустило. Я бы еще посмотрел, кого выбрать все-таки. Я думаю, он подумал, если бы ты нажала кнопку. Ира, 25 лет, певица, увлекается рисованием. Однажды вытащила любимого паука из пасти собаки. Еще красивого и сильного парня. А, на девочку уходит, я вместе буду отдать. Я пришла, чтобы победить. Держитесь, девчонки. Соперницы всегда, я уже как бы съездил. Не знаю, кто был до меня, пришел к вам настоящий мужчина. Ненавижу эту фальшь. Могу себе о себе рассказать. Люблю детей. Люблю красивых девушек. Вы все просто прекрасны, честное слово. Кому-то, кому-то